Привет. Короче, существует такая игра «Сломанный телефон». Дети 90-х и, соответственно, старше точно знают, что это такое. Я лично сам, когда мне было лет 10, наверное, играл в такое. Но это было, естественно, не на компьютерах, естественно, не в электронном виде, а вживую. В общем, данный ролик по Warface. Сразу скажу, по Warface. Но это новый формат. Соответственно, если вам нравится, то вы ставите лайк. Если не нравится, то пишите комментарий, почему не нравится. Ну и, соответственно, следующая часть не оставит себя ждать, если вы хорошо ее оцените. Буквально, я вот вас прошу, посмотрите 5 минут хотя бы, а дальше вы уже сами затянетесь и будете угорать. В чем суть заключается? Изначально я, допустим, задаю тему «Волосатый Хаймзон». Ты, зритель, берешь и рисуешь волосатого Хаймзона. Потом этот рисунок показываешь условно маме, и она должна по этому рисунку описать, опять же, словами, что она видит на рисунке. Скорее всего, она напишет там какой-нибудь Элвис Пресли или еще чего-нибудь. Итак, вот эта вот начальная информация, начальная заданная тема будет коверкаться до неузнаваемости. Ну и, в общем, мы все это связали с Warface'ом и, собственно, приступаем. В следующий раз, возможно, позову больше блогеров, но это уже зависит от того, насколько это все хорошо зайдет. Давайте, приятного вам просмотра, больше не смею вас задерживать. Так, ну что, первый чё? Раунд. Еще раз, что мы хотим? Темы, Миш, темы, связанные с Warface'ами, с персонажами Warface, с блогерами, опенкаперами и так далее. Какие мы могут быть? А, все, понял. Все, поехали. Я нажал начать. Так, я начинаю историю, получается, да? А Дмитрий Крымский нюхает какашки своей собаки. Мы можем карточки. У меня тоже. Блять, а что это? Еба. Да, ну я готов. Так, описать это рисунок. А кто? А, написать надо, что ли? Да, молча. А что? Ну, тут рисунок у меня, конечно, очень интересный. У всех интересный рисунок. Так, о. Ну я типа стараюсь, это нормально же, да? Ну я тоже стараюсь. Нормально. Ну ладно, короче. Я готов. Ну не, нарисовал прям по-божески. Прям реально. Чувствую, в конце такая ебаная будет у вас. Ты не нарисуешь мне. Что это такое? Плюс 4 МВП блица. А шакалы, ну понятно, да? Я не знаю. Блять. У меня рисунок хороший. Сука, как я ору. Ну как я, ну и тоже. Так, мне что нужно сделать? Твоя... Что это такое? Не, в пизду я ебал. Это вообще какой-то... Сейчас будет нормально. Хорка, бля. Вот это моя тема. А, понятно, ебать. Опенкам 2021. Я нарисую буквально. Later. Как он называется-то там? Pro Masters. Какой же я тут нарисовал просто произведение искусства, нахуй. Сейчас будет весело. Ну ладно, поехали. Так. Дмитрий Крымский нюхает какашки своей собаки. Твоё было, блядь! Я хорош. Скушал из-под собачки. Бля, а почему тут собака больше человека? А блядь, Дима! Ну, кстати, можно было угадать. Свинка Пеппа. Бля, что делаете? Какая свинка Пеппа? Свинка Пеппа. Поехали. Хамедиум первый раз делает мозголом на пве. Вот, вот смотри, следующий я. Костя сделал мозголом на мясорубке. О, нормально. Миша, хорошо. 4 подряд хедшота в голову. Степ. О, мозголом нарисован, нормально. Типичный авик. Это прицел. Бля, а я думал, сейчас дальше еще связано будет. Давай, погнали дальше. Нормально, где? Викску корвит пирамиду. Работяги. РМ пирамида. Не, ну слушай, мы тут рядом были прям. Пирамида. Бля, близко, близко. Во!
И смотри, я, и я такой. РМ на пирамиде. Выиграл Бликвуд. С пояснением, блядь. Вуд вин. Почему вуд? Черным нарисовал. Блэквуд получается. А, ну да, блядь, вообще, все на квиках положили. Ну как обычно, нормально. Ну да, а как мы должны были дойти-то до него? Там второе сообщение, видел, какое было? Работягу заходит, я его мамашу топтал. Как там можно было до квика дойти, блядь? Хаймзон потеет на РМ. Это нереальная разрисовочка. Это что? А, это, блядь, Стёпа, ёбаный. Йода в играл РМ. Там на футболке написано «Крайзис». Не, ну слушай, Йода неплохо нарисовал. Канистра мёда. И тут я! Сука. Мёд в канистре из бензина. У меня сейчас голова лопнет, нахуй. Подождите, секунду. Ой, жесть. Ну, как Степа нарисовал Хаймзон, это, конечно. Ух, бля. Поехали. Jetfire поясняет. Борчат по идее. Борчат. Ищите на РМ-под. Мироель МВП, блин. Бля, пиздец, реально. Белка запускает. Жестко. Белка запускает, я. Бля! Ну белка запускает идеально нарисовано. Поехали. Капитан Паника. Я не успел. Капитан Паника, Айс. Окно Лани. Со смыслом вам. Ну да. Опиум Кап 2021. Сейчас я выдам. Смотри! Надо было еще внизу приписать, сейчас смотрят стою. Хорошо, да. Open Cup 2021. А началось-то все с капитана паники. Нарисовай пиранье. Вот, и тут я такой, ну нарисовал хули. Старик в очках бьет по столу. Хуя. Степан, ну ты че? Да, нормально. Ебать. Пиранье горит. Да хрюк. Тут все очень понятно. Да, это было хорошо прям. Лучший батл пас. Я нарисовал горгону, блядь. Хоть кто-то понял? Это горгона? Операция Рой. Нормально. Вот спецоперация Рой. Рой со сливом. При чем тут слив? Че, еще одну катаем? Давай, давай. Я тоже. О, блядь, что? Это пиздец. Таки да, пиздец. Приложите руку к экрану. Я успел все нарисовать. Так, это что такое? Да, ребят, если что, как бы я там в самом начале дал задание, и вам тоже задание. По первой ссылке в описании переходите, забирайте себе крутое снаряжение, неплохие пушечки, а также новички по этой же ссылке могут зарегистрироваться. А потом еще в описании по разным ссылкам переходишь, забираешь себе крутой донатик на время, ну и в общем, все у тебя будет в шоколаде. Олежа рисует там вообще как надо. Я надеюсь, меня не кикло на за такие рисунки. Не, ну по-моему, я идеально нарисовал. Мне кажется, тоже супер. Вот прям идеально, нахрен. Так, что это такое? Ну я, наверное, нормально написал. Ну я нарисовал, по-моему, нормально. С? Там много букв С. Это что за черепашки? Дукет. Кто такой Дукет? Наверное, так. Но я вроде как все. Хайп-зон. Ебать. Все, я идеально нарисовал. Ну что, поехали? А при чем здесь то, что... Готовы рвать свои лица? Поехали. Поехали. Так. Снаряга Синдикат по ссылке в описании. Это игра твоя. Комедиум раздает Синдикат. А вот это я рисовал, я говорил, у меня склада не кипит. Представляете, куда это было? Владюха зажимает. Зачем Владюха зажимает?
Лучший рыжий победитель ангара 2020. Поехали дальше. Паника один раз выиграл лан. 15 сантиметров, клубок. Выбил гол Донс удачного броска и ждешь 2071, чтоб продать. Админы обманули равно. Сейчас охуеете. Мы заметили, у нас опять от паники дошло до пи***ца. Новый донат введу. Хайпзон. Давай. Хорошо вообще. Хайпзон. Один победа до одного и слив. О, нормально. Вообще хорошо, слушай. АПМ 21 лет. Будущие чемпионы АПИМСУБ 2021. Бля, ну не, возьми то все. Стрим-тим отлетели на уровень. Ты чё, гусь попутал? Медиум просят пин-код у Владика в чате на стриме. Это я нарисовал. Медиум клянчит пины на час. Дай пин-код. Лайк поставил. Типичный зритель Warface Pro. Голубчик или лезь. Вот это я не знал, как рисовать, отвечаю. Голубчик! А я по твоему рисунку сейчас охереешь. Пердеж, медиум. Вы ебанутый. Костяс Уфронов пернул в лицо во время записи видео. Медиум срет лицо, ха. Блядь, не кикайте, пожалуйста. Я фонтан, блядь. Коробки и удачи в Warface. Коробки и удачи в Warface. Да, ну все нормально. Изи идем. Да, тоже хорошо. Помой косливую деньги. Идеально! Догадался. Все равно идеально получилось. Локи лучший комментатор. Точно не дошел. Я тут понял. Трансляция Warface про мисс. Somebody, вот. Птичка с членом. Бля, все, ну это было хорошо, ребята.